Друзья мои, все мы пьем чай. Чай. Каждый день принимаем какой-либо чай, кофе, да. Э, типа нам это нравится, типа это хорошо. Я согласен, это хорошо, это классно, это супер. Но есть же также еще чай для потенции. Мало о нем кто знает, но это действительно так. И сегодня мы именно об этом и поговорим. Очень мощное средство для потенции, чай. С имбирем рецепт имбирного чая для потенции очень и очень прост. Итак, надо отрезать от вот такого вот корня примерно два-три, два с половиной сантиметра ломтика имбиря и измельчить мелко-мелко ножечка можно, можно через тертушку, да. Потом вот это все, что мы измельчили, кашется, заливается кипятком и укутывается там каким-нибудь полотенцем, да, или под подушку. Или даже можно просто рекомендуется такой чай делать в термосе. Я лично делаю в термосе. Спустя примерно 10 минут после того, как оно настоялось, можно употреблять напиток, добавив в него мед, лимон. И по вкусу можно чай. Чай, если будете добавлять, то тростниковый темный лучше всего, чтобы немного. Принимаю я такой чай один-два раза в день, максимум три. И желательно на ночь не пить, потому что не сможете заснуть часа за три до сна. Друзья мои, ставим лайки, подписываемся на канал и нажимаем на колокольчик. Вот такие вот рецепты для потенции на имбире.